Штатах. В чем смысл этого соревнования? Один игрок играет против всех. Он по очереди делает ходы и переходит к следующим своим соперникам. Таким образом, он находится в менее удобных условиях, чем все остальные. Смотрите, каждый его соперник сидит и смотрит внимательно, концентрирует все внимание на своей партии. А человек, который сеансер, да, ему приходится гораздо сложнее, потому что он каждый раз подходит к другой позиции. Плюс у него еще и шашки разного цвета все время. Поэтому, ну, в общем-то, ему сложнее, конечно. И будем откровенны. Хотим пожелать удачи всем и, конечно же, Данилу. Это Данил Агарков, еще раз напоминаю, трехкратный чемпион мира в этом году. И город против него в том числе есть. Трехкратная чемпионка мира, с ним сразится Вера Бобруга. Она говорила, что ее не допускают играть. Четырехкратный призер чемпионата Украины Добрыня Савинский сразится. Мира. Бронзовый призер чемпионата мира и призер чемпионата Европы в командном зачете Блоха Андрей. Рязанцев Илья, многократный призер и победитель чемпионата по области. Ну, я не всех тут знаю, извините, как бы представитесь потом. София Кубатенко, чемпионка Украины в этом году. Аня Вов тоже Алена Вов, чемпионка Украины. Многократная чемпионка Украины. В этом году, я вот не помню, была чемпионкой. В этом году сессия была у нее в этом году. И одна, и вторая, поэтому не была. А так, чемпионка Украины. По-моему, у нас тут еще мастер спорта пришел. Нет, он не признается. Но мастер спорта. И папа у нас одного спортсмена, тоже, которого мы говорили, Рязанцева Ильи. Тоже очень хорошо играет в шашки, занимается йогой. Очень серьезный соперник для Данила. А можно у Данила узнать? Данил, давай ставить ставки, да, как в футболе, ставки на спорт. 12 человек, ты один. Сколько выигрышей у тебя? Давай, ну ставки играем, давай. Время покажет. Я не любитель ставок. Ну, я любитель, давай. Вот как ты считаешь, сколько раз ты выиграешь? Ну, давай на любое число. 5. То есть ты выиграешь всего 5 раз из 12? Ты чемпион, и ты выиграешь 5 раз из 12? Я хочу время сказать, покажет. Что у парня правильный очень подход. Просто его тренер очень скептически настроенный человек к жизни, такой практичный очень. И он знает, что вначале нужно сделать свою работу, а потом считать, сколько очков набрал. Поэтому очень правильный подход, Данил, молодец. Но надо хоть чуть-чуть увереннее все-таки. Хотя бы посчитал бы тех, которых ты первый раз сегодня видишь. И сразу выиграл. И хотя бы сказать, ну минимум 5 раз я сегодня выиграю. Вот так вот. Молодчина, давай, вперед, бой, начали!
Самый понятный.